Для уборки тротуаров в Новосибирске не хватает техники. Об этом сегодня заявили чиновники мэрии. Чтобы поддерживать всю зиму пешеходные зоны в надлежащем состоянии, нужно еще 40 тракторов. Это столько же, сколько есть сейчас в городском хозяйстве. Сейчас, когда снег на дорожках превратился в лед, производительность бригад рабочих невелика – 30-50 метров за смену. По словам чиновников, с февраля удалось очистить до асфальта всего треть городских тротуаров. Однако за оставшиеся до конца марта две недели они планируют привести в порядок все городские пешеходные дорожки. Работать придется и днем, и ночью. То, что в Новосибирске есть тротуары, где снег за всю зиму не убирали ни разу, представители мэрии категорически отрицают. Не думаю, что где-то такое есть. Просто есть тротуары такие, которые, в принципе, невозможно убрать техника никакой, даже вот такой малогабаритной. Ширина тротуаров доходит просто чисто до 1 метра. Это делать нужно только вручную. Либо экскаваторная техника. Экскаваторной техники у нас нет, приходится это делать вручную.